Председатель Мажилиса Ирлан Кушанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму в странах ОДКБ. Инициативу спикер Мажилиса озвучил в Москве на очередном заседании парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Парламентарии также приняли заявление о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия на территории стран организации. Еще одной темой встречи стали итоги участия мониторинговой группы парламентской ассамблеи ОДКБ в наблюдении за президентом. Выборами в Казахстане. Согласно выводам миссии, выборы прошли в соответствии с международными нормами и национальным законодательством. Участники заседания приняли ряд правовых актов по гармонизации национальных законодательств, в их числе рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса и перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ. Терроризм несет серьезную угрозу безопасности и стабильности, создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства, формирующую конкретные правовые механизмы противодействия этим вызовам. В этой связи казахстанская сторона готова разработать модельный закон ОДКБ о противодействии терроризму.